И всем снова здравствуйте. Сегодня проедем по 135-му маршруту. City Bus Ankara симулятор. Если кому-то интересно, чтобы я сменил автобус, либо прошел другую игру, пишите в комментариях. Будем рассматривать. А пока проедемся по маршруту 135. Так, крутой поворот. Заходим в поворот. Легендарный автобус и кажется 260. Каждый ездил на таком автобусе. Вот городской трафик начался. Остановки через каждые 100 метров. Другие вон на иномарочках гоняют автобусы. У меня пока на это нету средств. Я ездил на Икарусе 260. Если хотите, чтобы я купил другой автобус, опять же, пишите в комментариях. Будем рассматривать. И если не трудно, поддержите лайком, подпиской. Предлагайте свои предложения. Будем рассматривать все. Помогите продвинуть канал. Чтобы было больше видео, тоже пишите в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь. Будет активность, будет больше видео. Было бы прикольно, если бы еще добавили ЛиАЗ 677 в игру. Тоже было бы интересно, довольно-таки прикольно. Погонять на старом советском автобусе. И ЛиАЗ 690 добавили. Тоже было бы интересно.
Блин, остановку проехали. Ёшкин кот. Не успели затормозить. Так. Автобус, походу, полный уже. Немножко не вписался в остановку. Ну вот куда ты едешь, ты же видишь, я поворачиваю. Ну чё, бля, вот в игре вот водятлы одни сплошные. Едешь по правилам и все равно нафиг. Вы же видите, автобус поворачивает, пропустите. Вон сколько остановок, наверное, на разных маршрутах. Успею проскочить, не успею. Блин. Не успел проскочить. Автобус неторопливый, не спеша разгоняется.
Успеем, не успеем. Все, я в парк. Так. Вот и 135-й маршрут закончен. Спасибо всем, кто смотрел.